Я думал вернуться. Нет, не вернуться. Сидеть за пятерку. Продам, если ты не придешь. Хорошо. И сколько держал я их, да? Вот это хорошо. Я всего зарезал 5 штуки. Этих фланг, вот этих, блядь, великанов. А до этого я делал шиншиллу. Вот шиншилла мне самому. Вот они весной, они будут гулять весной, все, все платки не прибор, камера. Уходит, туда и сажает. Да. Иди, Василий, иди, может. Они все готовы. Особенно с перепоя, блядь. Чистый монгол. Как рисовать? Да. Надо курить.
какой тем более человек готов, чтобы ноготь в ту сторону был развернут. Я в прошлом месяце привез фазанок, он обычно все парами продает. Две курицы нашел, там три штуки было, молодых. Звоню, 2 рубля, брать. Еще там что-то, опять куры, обычно сколько пары. Сам, молодых, брать. Привез, потом мне говорит, да, вот там что-то. Зачем вот эта пара? Курица? Да. Ну все есть. Ну дай бог. Чубатые, красивые покупатели, оптом и в розе. По телеку будут показывать? В Ютубе. Сегодня посмотрим. Краснодара.
Короче, курица голубая. Забивала, что такое. Вольер вот так вот заходила по ним, заползала. А, мало? Так нет, нет. Два котенка на ведро водили. Быстроухая. А в этом году так вот промучились. Прокормили. Видео, да? Видео. Вот и хозяйка фотографирует. Помаши рукой. Помаши рукой, давай. А почем белочки? Кино снимаем. Ну, нужно назвать.
знаешь, что у меня деньги нет, думаю, сейчас, блядь, на квартире развалится. А что это за прибор? Вот это для вчера. Камера. Камера, снимай. Подкрой, идем. Я тебе говорю, вон сюда залезь, подожду и... Доски, да? А эти, вот скажите, какая, они разного возраста? Вот по какой вам нравится? Вот, вот. Черный, да, изумрудный. Да. Ну, смотрите, вот это вот самый крупный, 900. Вот эти по 800. Черного. То, что у меня остался, тот лучше летает. Я ее не стал, потому что она... Она надо забиваться даже. Но она летала, она просто начала это самое. Нет, он же закрытый, и он не гонит. Ладно, давай, разберем. В этом, в интернете? Да. Птицы, птицы Кубани. А-а-а. А чего вы не спрашиваете? Какая цена? А никто не говорит. А вы подходите, ага. Спрашиваете. Вот как вы это, да. А инжир какую цену?